Водительные напитки. Пристегните ремешочки. Пристегните ремешочки. Пристегните ремешочки. Красиво. Да. Приехали, чтобы на железноводском. Начальник аэропорта взлет разрешает. Летаю. Ой, красиво вот здесь, как кадры. Да нет, она у Юры. Даня, она еще раз. Да не, ничего не нормально. Как нормально? Пошел вверх. А это чей? Ну да, зацепились. Он подпалил. Да не, не подпалил, он дурной что ли. Детка щелкнула, то вот где-то они были куча, такой был кадр. А вот... Высоко не летает. Ну посмотрим. У них вчера такой полет. А, да, вчера было, ой, да. Ой. Прощай! До свидания, не надо. До свидания. Нет, это ж ведьмы, ведьмы когда летали. Помнишь? А то ж я не чувствую, или я смотрю, или ты. Мы первый раз летим. Да. И что? Ужасно страшно. Да. Я не пойму, я же вас отвлекаю от страха. Да. Попробуй тогда. Зачем мне туда ехать? Значит, девочек, значит так, сейчас. Что? Я из мала Игорю. Ты хочешь сказать, что ты первый раз села, что ли? А почему? Ну ладно, брось ты. Ой, я... Вика!
Привет! Столкновение в воздухе оболочек! Фотографировано! Сфотографируй! Против солнца! А мы не такие эгоисты, мы вас сняли на камеру. Не-не-не, они нас видят. Бруно! Да, Бруно, это Ксюн, наш Ксюн. Смотри, какие тени, три сошлись. Ну, здорово. Вообще, съемка обалденная сегодня. Обалденная, ну города ничего не видят. Здесь даже не снимать, а на алтам. Первый раз. Ты ж давно не... Девочки, вы не знаете, как первый раз. Вот я первый. Вика! Вика! А как вообще вот там соревнования? Будки раздают. Опасно. Напор идет. Когда в Америке, в Альбукерке, там называют... Я там был. На поле выстраиваются ряды, и потом первый ряд поднимает шары, взлетает, и линия уходит. Следующий уходит, взлетает, и к месту уже заезжает другой. Новая линия выстраивается. Смотри, как сейчас все. Жень, выстрелил. Ага, ой, понесло. Смотри туда. Ну поздравь вот на этом виде, а. Еще раз поздравь. Да, поздравь. То же самое можно. Добрый день. От имени ростовской команды мы поздравляем всех участников 10-го юбилейного фестиваля КМВ «Жемчужина России». И желаем всем удачных полетов, мягких посадок. Спасибо всем организаторам, кто придумал, кто организовал и кто помогает осуществлять здесь эти полеты. Спасибо. Спасибо. А Рома уже третий полет. Вон, где на танке. Молодые ощущения, все-таки на вершину Бештау мы подвинемся, да? Да. Да. Только что была отметка, сколько набрали. Да. А то высотомер не работает. Поздравляю всех участников и гостей фестиваля. И особо. Потому что это, конечно, большой кусок нашей жизни. Воплощенная мечта. Удачи, любви, долгих лет жизни, фестиваль. Ура! 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 Я же тебя спросила, где ты. Отдалилась? Мы подлетим очень медленно. Да на всю. Если по расстоянию... Разрешите мне от имени организаторов фестиваля, ну, по крайней мере, идейных, поздравить участников фестиваля, поздравить жителей Кавказских минеральных вод с той замечательной бредовой идеей, которая родилась в наших воспаленных умах. И, как вы видите, все в
больше и больше на территории России поднимается флажков фестиваля воздушных. И нам приятно, что мы были одни из первых. И сам приезд пилотов к нам всегда доставляет им радость. Наша задача, чтобы это продолжалось. Всего хорошего и в добрый путь в следующее десятилетие. С левой стороны нашего воздушного шара вы можете увидеть прекрасную панораму горы Машук. Прямо перед нами, если вы посмотрите чуть вниз, будет знаменитый Пятигорский вокзал, построенный известным архитектором, не помню каким, и до сих пор служащий жителям этого города, надежной станцией отправления во все уголки мира. Несмотря на тот теракт, который там состоялся. Я этого на месте не говорю. Как странно, с собой какими-то складами. Надо выскакивать. Мы сейчас балласт. Мы сидим. Как после полета. Так, быстро женщины поцеловали. Фотографируем. Только побыстрее, пожалуйста, помощь нужна. Просто камеры. Походите, подойдите сюда, позовите. Ребята, идите сюда. Ребята, подойдите, помощь нужна. Шар подержать. Вот, развернулся и пошел помощник, вон, смотри. А, он засунул. Давай скорее, брось этот вот газ. Ну вот, хотел. Ну, что тебе жалко? Что, где якорь? Привязать вас? Просто подержи. Улетели. Стас, позови. Я понял. К этому самому набери. Хорошо. Скажи, где мы. Ну что, я готов, Жень. Я готов! Задача, сейчас я под таски вверх поднимаю, его надо поставить вот на этот прицел. Сейчас, смотри, все вместе. Как поставили сразу? Куда? Куда валим? Подожди, подожди. Можете помочь кто-нибудь? Ребят, помощники, давайте сюда. Давай, 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 парни, помогаем. Да с такой командой. Осторожно только, не падаем. Все, хорош, ребята. Стоп, воздуху выйти все, чуть-чуть. Все. Утерь бросаем, ребят, бросаем. Так. Ой, взлетели. Лермонтов. Со стороны Лермонтова. А. Сколько часов? Полтора часа. Сейчас это такой полет. Конечно, нет. Мы просто за деньги не катаем, парень.
Саня, ключи там! Ключи! Хорошо, сделаем, а дальше легче. Вот сюда самое главное, подбор себе закладывай. Вот сюда, вот сюда, вот сюда подбор. Все, я перехватил, а ты подбор. Стоянка на автовокзале дорого стоит, поэтому экипаж работает слаженно и бьет рекорды по сбору шара. Полтинник так и сбили, да? За въезд. Давай, кидай сюда подбор. Держи дальше. Сейчас надо красиво мозговой атакой. Раз уж на камеру работаем. Ну, вы даешь все секреты. Все бы думали, что вы всегда так делаете. Так, дамы, а теперь то, ради чего вас сюда везли. Да. Сейчас командир скомандует. Куда уходим? Ну-ка, ну-ка, не линять. Подожди, подожди, подожди. Подожди, пусть дамы это сделают. Бегом, бегом сюда. Быстрее, 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 задерживайте. Тут же все на время идет. Света. Давай, давай, давай. Да ни при чем тут. Главное, ради чего вас сюда везли? Ради чего? Ну подходите, командир все скажет. Что вы мне вопросы задаете? Подождите, подождите. А теперь последняя драмбовка шара. Все красиво подошли. Красиво подошли. И на счет раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот, хорошо. Спасибо. А как ты приезжаешь? Да? Не по-детски. О, какой-то.